Всем привет! Продолжаю обзорчики делать по сумочкам. На очереди вот такая нагрудная сумка от Sims под названием Sims Headwaters Chest Pack. Модель 2014 года. Вот такая вот совсем небольшая. По высоте 26, ширина 20, глубина приблизительно в нагруженном состоянии это около 10-11 сантиметров. Имеет два основных отделения. Первое вот такое вот с кармашком. Здесь два кармашка. То есть здесь у нас кошелечек, коробочка. Две платформы, соответственно, идут в комплекте, которые можно прикрепить. Вот так вот. Пусть они будут здесь. Сюда я брошу. Reversible самый большой. Застегиваем. По бокам есть у нас подфирменный ретрактор симсовский креплением. Ну или же сюда можно будет там кранцам прицепить, ставить. Вполне. Или же защелкнуть так, как хотите. С одной и с другой стороны. Так, в первом отделении у нас уже лежит коробочка. Второе отделение у нас побольше намного открывается. На каждой стенке есть один кармашек такой большой. И плюс два маленьких под разную мелочевку. Вот, по ширине здесь сантиметра, может, 5-6 еще остается. То есть, смотрите, мейховскую коробку 20 на 14,5 я 2 сюда положу. Давайте так, чтобы ее существенно нагрузить. Даже могу еще одну Марко Поло запихнуть. Тоже немножко перебор, конечно. Две коробки очень впечатляющих размеров. В принципе, сюда влезет. Я ее закрою. Вот так вот она у нас получилась. Сзади идет сеточка с вентиляцией. Вот, сделан ремень. Но ремень у нас непростой. То есть у нас ремень идет, общая система у него идет на шею, то, что вы одеваете. Так же самое он у вас тянется и здесь. С одной и с другой стороны. Сделан он навхрест. То есть получается, что защелкивая его на грудь, то есть чем больше, вот тем меньше у вас остается на шею. Также здесь есть еще на ремешках магнитное крепление, вот лямочки такие, которые одеваются, носятся в комплекте с рюкзаком. Можно или наперед вешать, или назад. Сейчас я одену, то есть одеваем здесь на шею, продемонстрирую. Соответственно, когда натягиваю, давайте чуть выше, наверное, подниму, чтобы было так нормально, да? Плюс-минус, давайте чуть-чуть выше, чуть было меня полностью видно. То есть, натягивая здесь ремень, соответственно, он у вас уменьшается на шее. Сейчас я защелкну, чуть посильнее подтяну это в себе. То есть, вот так вот, чтобы одеть. Это у нас нагрудная сумочка. Вот. Ну, понятное дело, что я ее уже чересчур сильно нагрузил. Вот, что я ее чуть сильно нагрузил, но в принципе и так понятно. Очень классненько расстегнули, у вас все перед глазами. Одна, вторая, две просто мега здоровенных сумки, вернее коробки. Сумка очень удобна и для забродки, вот, или же для какого-то передвижения, то есть в принципе комфортно, на поясе ничего нету, можно спокойно себе лазить по препятствиям, перелазить это все дело. Также в принципе можно, если вдруг там на шее, хотя, ну не знаю, в принципе она мне, ну, не особо мешает. То есть ее можно на рюкзак прицепить, так же самое носить, то будет разгрузка более равномерной. Вот, или же если мы здесь, который ремешок сзади у нас идет, расщелкнем, защелкнем просто перед собой. Ну, вот так вот я защелкну его просто. А вперед весь вытянем. То есть туда, ну здесь ремешки подправить немножко. Тогда у нас получится сумка через плечо. То есть вы можете ее носить и так. Вот, и вот так вот, то есть она у вас будет перед вами. То есть сумочка, ну, довольно-таки универсальная и очень классненькая. Небольшая, но три коробочки, четенько влазит по объему. Производитель пишет 3 литра по ней. Так что, вот такая вот небольшая сумочка от фирмы Sims. Все, до скорой встречи, пока.